Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Хищник Бетонные Джунгли. Мы продолжаем, и у нас следующий этап под названием «Разруш склад», либо «Разрушение склада», либо «Разрушительный склад», хрен его знает. Короче, давайте посмотрим, что у нас сейчас там будет. Захват сбитого на землю врага позволит тебе провести особый тип атак с помощью оружия или прыжков. О! Вот и наш главный герой, собственно. Двигается, прицепился к машине и отправляется, очевидно, на какой-то склад. Хотя бы невидимость включил. Видишь? Это один из них, да? Ксенохищник, о котором ты постоянно говоришь, похож на то, что мы заперли в лаборатории. Великолепно. Никогда не видел таких сильных. Воин клана. Мама была права. Они появляются, когда жарко. О чем ты говоришь? Что это за игры со мной? Есть вещи, которые вам не следует знать, Лукреция. Не переживайте. У всех животных есть инстинкты, и в инстинкте их уязвимость. Так, интересно. Чё-то он задумал недоброе. Не нравится мне все это, ну а что делать? Что же делать? Так, зайдите на склад. Ну, давайте сначала осмотрим по обзору своему визору, что мы имеем. А имеем мы грамотно охраняемый объект. Кругом камеры, которые видят сквозь невидимость, датчики и небольшое количество источников энергии. Остальное не разобрать. А может быть и вообще нет источников энергии. Поэтому давайте будем попытаемся все сделать аккуратно и будем осторожны. Так, есть. Ой. Так тебе. Есть. Опа-на. А что это на нем было сейчас? Так, замочили. Замочили. Так, появился еще один. Ой, ой, ой. Ой. Все. Так, надо по-тихому убрать. Опа-на. И отвернули башку. Только слушайте, там кое-кто тут наблюдает за всем этим делом. Так, давай, насадить и распилить. Есть. Все, отлично, разобрались. Так, смотрите, синеньким как-то вниз тут подсвечено. Ой, тут робот, елки-палки. Ух ты, черт. Черт, черт, черт. Так, есть. Все, убрать. Слушайте, что-то, по-моему, там совсем жесть. На меня охоту объявили. И раз. Так. О-о-о, провал миссии, я спалился. Да, что-то у нас как-то больно сильно начался экшен. Короче, давайте заново. Так дело не пойдет, надо делать все тихо. Убирать всех по одному, кругом камеры. И надо вообще посмотреть, что у нас есть в инвентаре. Мы что-то начали валить всех, сломя голову. У нас есть что? Копье, плазма, пульс. И один пульс. Хреново, один медкомплект. Очень всего мало. Надо что-то с этим делать. Так, ну ладно. Допустим. Так, вот цель. Уберем-ка тихо. Уберем-ка тихо. Опа-на, все. Ой. Что-то какой-то разряд он дал. Слушайте, это по всей видимости разряд у меня энергию съедает, да? Так, давай-ка отбросимся. Тихо-т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 ихо. Вот так вот. Вот он, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И еще одного. Все. Да, слушайте, этот разряд какой-то странный. Он, по всей видимости, все-таки съедает мою энергию драгоценную, и это очень плохо. Плюс еще роботы. Давай! Есть! Пили его. Так. Ну, очевидно, здесь должен быть еще один. Они как бы вроде по двое ходят, да? Да, по двое. Насадить! Есть! Пили ты его! Вот так, точнее ее. Да непонятно, киборги какие-то. Интересно. Интересно, только тут все это дело камера палит. И как же мне быть?
Смотрите, как она все, а? Засвечивает. Что-то я сюда вряд ли смогу прокрасться. Хотя, стойте. У меня есть глушилка. Неплохая. Можно, в принципе, попробовать. Почему бы и нет? Так, стойте. Выбираем. У меня как раз одно осталось. Где вы? Вот пульс. Вот пульс остался. Ну и давайте куда-нибудь вот сюда. Охренеть, не встать просто. Вообще зашибись. Да, хреново получилось. Ладно, будем тогда искать другие варианты. Что я скажу? И это дело же еще нельзя подобрать, к сожалению. Так, тут где-то роботы ходят. Момент. Тут где-то ходят роботы. О, стоять. Стоять, стоять, стоять. Так. Вот, давай, 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 спрыгивай. Вот. Сейчас надо подождать, пока робот уйдет. Так дело не пойдет. Все. Готов. Ух ты! Так. Уходим. Как же он меня так запалил-то? Я же вроде ведь все тихо сделал. Разве нет? Вот это интересно, однако. Ну ладно. Сейчас мы попробуем Черт, невидимость. Давайте зарядимся. Зарядимся, энергия нам нужна. Без нее никуда, иначе меня тут спалит, уровень сигнала поднимется, и все, мы продуем. Нам этого, естественно, не надо. Где робот? Так. Черт. Он за эту зону зашел. Опа-на. Так. Тихо, тихо, тихо. Как же мне б тебя бы... Блин, тут не вариант, не пойдет. Тут мы его не сможем замочить. Кругом эти камеры гребаные, вообще. Куда ни сунься, везде камеры. Это реально усложняет дело, ребят. Я бы сказал конкретно, как усложняет. Так. Так, давай. Ломай. Чё там, кто стрелять вздумал? Откуда стреляют? О-о-о. И давай, 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 взлетай. Все. Скрылись. Где второй робот? Вон он. Второй робот идет. Сейчас он тоже здесь появится, и мы его тоже здесь замочим. И кто-то еще отсюда стрелял, я не пойму. Так. Понятно все. Так, с вами как мы можем разобраться? У меня есть только одно копье, которое так дело не спасет. Ага, ладно. Допустим. Так, куда делся робот? Робот у нас здесь. Надо теперь от него избавиться. Этот шагоход, ё-моё. Так. Давай, 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 давай. Во! Отлично. Вали его. Есть. Все. А тут стреляют. Так, все, 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 поднимаемся. С этим разобрались. Вот только что делать дальше-то теперь? Хрен его знает. Надо подумать. И знаете что? Я думаю, не мешал бы нам сохраниться по такому поводу, а то неохота мне их что-то заново валить, этих ребят, в случае чего. Двигаем. Тут мы можем как-нибудь пробраться. В принципе, можем. Как интересно. Смотрите. От этих камер идет питание. От этих камер идет питание. И идет оно. И идет оно, постойте, вот от центра. А конкретно оттуда. Вон питание там. Значит, нам нужно подняться сюда, и мы вырубим все эти камеры напрочь. Только одно но. У меня сошла невидимость. И это реально хреново. Ой. 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 Ужас. Так. Все.
Двигаем. Есть. Как мне это вырубить-то? Все дело. А, хрен его знает. У меня ни энергии, ничего нету. А ну-ка давайте-ка вот с этим разберемся. По-тихому только. И раз, все. Мне нужны эти глушилки. Без них ни хрена не... Ни хрена не выйдет, там роботы эти появились. Вот беда-то какая, а. Так, надо мне срочно искать заряд. Заряд мы вот тут найдем. Надеюсь, по крайней мере, на это. И раз. Все. Давай, вырубай. Вот. Вот это другое дело. И тут вот в ящике, наверное, есть то, что мне нужно. Ну-ка, давайте-ка. Надеюсь, это будет глушилки. Да выламывай ты его нахрен. О! Бомбу огня. Она-то мне нахрена. Чё, мне ими, что ли, ломать все это дело? Блин, и как я буду все тут уничтожать? Да, хрен его знает. Так, ой. Тут, походу, кто-то есть. Да, определенно. Поэтому надо их всех тихо убрать. Так, и еще одна жертва. Есть. Все, пополам распилили. Это все замечательно. Но проблема как бы не исчезает все-таки того, что мне делать. Может, все-таки гранаты попробовать? Давайте-ка попробуем, в принципе. Почему бы и нет? А ну-ка. Ой. Зря. Нет, она все равно не работает, эта штука. Да. И так не работает, и так не работает. Хрень это все. А может быть, постойте. А-а-а! Можно и так сломать, но только это чревато тем, что я получаю урон. Сами понимаете, это не есть хорошо. Но, по крайней мере, мы хотя бы от камеры избавимся. Хоть это радует. Так что давайте-ка будем все валить тут, ломать. Глядишь, и получится. Нужно вернуться для этих целей назад. Стойте, тут что-то подъем, что ли, есть? Нет, подъема здесь нету. Давайте-ка вернемся к изначальной точке, где рубильник, по всей видимости, главный. И вырубим всю все камеры. Вообще, какие у нас цели? Зайти на склад. Да чтоб тебя! Так... Давай, ломай ты это дело, ломай. Ох, так. Есть. Сломали, и бомба взорвалась. Все это замечательно. Камеры постепенно отключаются. Ты превосходно. Так, невидимость давайте-ка вырубим. Пока от нее толку особого нету. Не перед кем скрываться. Черт. Снизу роботы. Да? Опа-на! А чё это за жижа... А, вон они стоят. Слушайте, короче, проще просто не попадаться. Просто не попадаться. И давайте мы пока будем все ломать, все устройства. Нам нужно выключить. Обезопасить зону, как говорится, чтобы мы смогли нормально и спокойно со всем здесь разбираться. Использовать будем для этих целей, естественно, технозрение. С ним и удобнее. Вот еще одна цель. Так. Так. Есть. Да чтоб тебя. Блин, все-таки эта штука урон наносит, к сожалению. Это что, типа, доп. Заданец еще хотите сказать? Так идет у меня. Может быть, даже что-то и дадут. Но было бы на самом деле здоровски. Только вот что мне делать дальше? Раз. О, запрыгнули. Отлично. Где еще у нас идет питание? Ну, наверное, где-нибудь аналогично, только с этой стороны, да? Я полагаю. О! А, это откуда я прибыл? Тут мы вряд ли что-либо полезного найдем. Локация такая, здесь, блин, хрен его поймешь. Так, ладно, давайте-ка теперь мы на ту сторону прокрадемся. И посмотрим, что с этой стороны. Глядишь, что-нибудь да найдем.
Ага, смотрите, вот идет источник питания. И смотрите, сдается мне, это как раз вещи склад откроет. Вот это вот было бы неплохо на самом деле. Так. Как же мне быть-то? Как мне этот последний-то сломать? Черт. Это у нас некоторые проблемы по этому поводу. Можно, в принципе, знаете что? Можно, в принципе, попробовать спуститься здесь как-нибудь. Но не факт, что я смогу пробраться туда, куда мне нужно. Так, а здесь что? Так, стойте, обзор. Хрен его знает, тут, блин. Черт! Камера. Ну, это, кстати, вовсе не то, что мне нужно, на самом деле. Вот эта камера и этот аппарат. То, что мне нужно, находится где-то тут. Где-то здесь находится. А где именно? Где-то тут. Так. Ну, давайте поднимемся повыше. И будем уже думать, что здесь делать. Ну-ка, стойте, здесь, может, что-нибудь найдем? Нет? Обидно, здесь нету. Ладно. Так, а как мне туда-то попасть? Так, наверх. Вот. Опа. Все. Ну, давайте попробуем здесь спуститься. Надеюсь, что получится. Надеюсь, что получится. Только давайте сначала сохранимся, естественно. Погнали. Давайте-ка. Опа-на. Так вот мы немножечко спустились. И теперь самое главное отцепиться. Отцепиться. Ага, понятно, все. Так. Надо как-то вот с этой разобраться. Но тут у меня иных вариантов, кроме как... А может заманить? Стойте, давайте ее заманим. Заманим. У нас тут как раз есть подражание для этих целей. Есть подражание для этих целей. Так, кто сказал это? Сейчас она пойдет сюда узнавать, видимо, да? Ну что, она идет? Не, она плевала на все это. Ну тогда придется на нее потратить копье драгоценное. Иначе она, если меня увидит, что я здесь ломаю, начнет перестрелку, а я на камеру выбраться не могу, естественно. Хорошо, что хотя бы колышки сохранились. Идиотское прицеливание. Так. Опа-на! Все. Так, отлично. Ну, давайте ломаем теперь это дело. Ломаем, говорю. Есть. Все, сломали. Саботировать. 4 из 4 мы это выбили. Вот только что мне теперь дальше делать? Забираемся, да? Все вроде как отрубили дело. А тут камера, интересно, исчезла? Да фиг его знает. Ну-ка. Стойте, это... Тут, короче, нужно это... Кого-то использовать сюда, чтобы он это... Открыл доступ, либо камеры вырубил. Ну да ладно, тут больше вариантов-то и нету. Что делать и как? Хотя, постойте, я вот вроде по карте. Источник энергии. Нет, источника энергии нету, к сожалению. Ну тогда погнали, спустимся, посмотрим. Может, что-нибудь и найдем. Ух ты, ёб твою налево! Ух, ёлки-палки, нифига себе, хорошо, что я хоть не расшибся в лепешку. Давайте-ка мы медика применим. Все. Ой, тут мины еще, елки-палки. Тут мины, тут. Да тут много чего. А там что-то интересное есть. Вот ты хрен его знает, что в этой штуке хранилось. Наверняка какой-нибудь апгрейд. Только я не смогу этого ничего сделать, не имея при себе доступа. К сожалению. И камера палит это дело. Так. Елки! Кто? Так. Так. Давай, ломай, 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 ломай. Так.
Черт, уворачивайся! Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! И этого ломай! И давай ты... Все. Замечательно. А теперь сваливаем отсюда, пока не поздно. Черт, эти мины хреновые. Палево. Палево дикое. И энергии нету, и ни хрена вообще нету. Че, кто там стрелять вздумал? Ух ты! Робот! Так, вернуться. Так. Давай, 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 давай. Давай, надо запрыгнуть на него срочно. Так. Давай, есть, все. Робот, конечно, силен и поворачивается, но до скорости хищника ему далеко, он неподвижен. И бессилен, как следствие, перед нами. А теперь надо подняться повы... Черт. Так. Давай, 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 ты ёб твою налево. Так. Есть, все. Попался. Бьем его. Вот так вот. Все. Отлично. Вот что дальше-то делать мне? Вот куда идти-то? Сюда, что ли? Ой, а там стреляют. Там с ума сходят только так. Только мне до них не добраться, к сожалению. Пока что. Надо искать подъем. Ну, мне сдается вот через вот эти вот... Тихо, 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 тихо. Главное, чтобы не попадали. Главное, чтобы не попадали. Сдается мне вот через эти платформы я смогу добраться туда, куда мне нужно. Так. Все. Ух ты. Давай, вали ее. Сейчас там, походу, рванет. Так. Давай, вали их всех. Есть. Да режь ты скорее, вот так вот. Да чтоб тебя. Есть, 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 насадили. И зарезали. Все. Так, а тут что-то жижа какая-то идет. А там есть энергия. Там есть энергия. Там есть энергия, надо ее срочно мне получить. Давайте-ка заберем ее. Так. Еще одного. Бедолагу. Так, тут никого нет. Заряжаемся, заряжаемся. Да заряжайся, тебе говорю. Все, и невидимость сходу. Замечательно. Осталось еще мне здоровиться найти. Для полного счастья. Так, а этих всех по-тихому уберем. Угу. А теперь, чтобы мне до оттуда добраться, надо как-то исхитриться. Черт, я всю энергию обнулил из-за этой фигни. Ёлки-палки, это проблема, ребята, проблема. И как мне быть? А? Так. Ага. Погнали. Поднимайся ты, ядрить твою мать! Так. Давай, 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 руби их всех. Все. Зарубил. Охренеть просто. Нажмите для повтора X. Сейчас, наконец-то. С ними разобрались. Сейчас восполним энергию. Вот только вопрос в другом. Что мне делать дальше-то? Оказалось, что во время спуска по вот этой шахте, по которой я пролетел, там, оказывается, были аптечки, их можно было подобрать, а я их с первого раза не заметил. Но, тем не менее, это более-менее мне все-таки помогло. Что мне делать? Что мне нужно сделать? Саботировать. Есть 4 юнита, содержащие биоплазму. Уничтожь все 4 юнита. Сейчас. Ой, слушайте, эта штука не сломается, меня не... Ой! Мама. Сваливаем. Сваливаем. Сейчас рванет.
Так, ага, давайте-ка мы отсюда заберемся и уничтожим оставшиеся 4. Черт, вся энергия от этих ловушек у меня на нет сходит. Это вообще караул какой-то. Ну что ж делать-то? Так. Все. Все. Так, уходим. И там навернулась система. И здесь. Так, здесь тоже ломаем. Ломай. На. Ой. 4 юнита. Так, один есть. А где еще один? О, кстати, тут у нас этот есть. Оказывается. Припасы? Давайте-ка их используем. Стоять. Опа-на. Ух ты, ёлки-палки, да чтоб тебя. Так, а может не удастся как-нибудь отскочить от стены? Постойте. Чтоб добраться туда, куда мне нужно. И раз. Во, отлично. Так, выламываем эту штуку. 4 юнита. Раз. Два. И где вон он еще находится. Да ломай ты эту штуку уже, что-то возится с ней. О, аптечка. Еще одна аптечка. Так. Вон еще юнит. У нас. Ломай. Давай. А слушайте, а может быть все-таки... Может все-таки стоит полупить? Или с другой стороны? Главное, чтобы не бабахнул, а то меня сейчас как прибьет нафиг. И с концами. Дайте-ка сохранюсь, пока совсем худо не стало. Ну, давайте лупить. Забить эти юниты. Еще раз давай. Вот так вот тебе. Слушайте, он собирается взрываться там, я не... Ой, мать твою! Сейчас рванет. Так, один из 4 уничтожен. Хорошо. Так, теперь нужно оставшиеся. То есть их надо все-таки побольше лупить, а потом они откажут. Не нарваться бы опять мне на какую-нибудь ловушку, которая съедает всю энергию. Было бы не очень приятно. И раз. Так, вот. Давай, лупи. Есть. Еще оставшееся стекло. Так, это мы здесь раздолбали. Вот. И давай. С плазмой этой. Ну и чё? Вот я упустил момент-то. Ломаем все контейнеры. Ну и в чем проблема? Я, по-моему, уже и так тут все раздолбал, все, что только можно. Тихо. Все. Ага. Так, давайте-ка с этим разберемся. Коль он уж рядом у нас. Окончательно. А что за биоплазма? Это что-то для разработок, видимо, да, этим нужно. О, энергия. Еще. Так, стоять. Раз. Раз. Давай. Вот так вот. Так, тут все сломали. Сломали. А что еще надо-то? Тихо, сваливаем. Так, а вон последняя у нас осталась. Надо до нее добраться. Раз. Так. Теперь сюда. Отсюда, мне кажется, придется делать очень длинный прыжок. Да проще на пол спрыгнуть. И особо не париться по этому поводу. Так. Лупи ты его, ёлки-палки. Все. Видимо... А, ну да, наша же главная цель какая? Уничтожить технологии людей, которые были построены на основе технологии хищника. А именно нашего хищника. Оно-то и понятно. Так, бьем, больше стекол не осталось. Все, О, блин, опять эта хрень. Все, уничтожь склад. Ой. Слушайте, эта штука не рванет здесь нафиг? Слушайте, такое чувство, что сейчас
это дело рванет нафиг. Или нет? Нет. Центральный реактор мне надо теперь уничтожить. А чем мы уничтожим? Ну давайте вот этим попробуем подорвать дело, я не знаю. Может что-нибудь получится. Нет, тут так дело не пойдет. Надо подняться как-то. Нифига себе. Во! Ломай, 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 ломай. Я же ведь правильно делаю? Да, смотрите, трескается. Черт. Лифт. Лифт, 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 лифт. Быстрее, 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 быстрее. Сваливаем отсюда нахрен. Так. Все. Кажись, мы сделали ноги. Все, взорвалось все нафиг. Главное, чтобы нас не достало. Блин, достало все-таки. Ни хрена себе его подкинуло. Обалдеть. И такое чувство, что я приземлюсь, да, приземлюсь я уже в следующей главе, которая уже будет в следующей серии. Я с вами прощаюсь, с вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться. Если вы все еще не подписаны, если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение видеоигр, связанных с хищниками, чужими и т.д. и т.п., то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.